Друзья, RJ попал к нам, как и все остальные, когда уже не надеялся на помощь. Он был истощен, измучен, с пироплазмозом. Просто скелет, который лежал на обочине. За городом, в полях. Его увидели чисто случайно. И, разумеется, не могли проехать мимо. RJ живет у нас всего полгода. Даже меньше, где-то около 4 месяцев. За это время он поправился. Но, возможно, у него была травма. Возможно, был когда-то удар. В общем, что-то, что спровоцировало эту опухоль, которая внезапно вдруг начала расти на затылке. Разумеется, мальчика сразу, несмотря на все наши трудности, мы отправили в стационар. Там его обследовали. Врач вынес вердикт. Оперировать обязательно. Пока вот эта опухоль не закостенела. Это нарост на затылке. Пока он мягкий, его удаляют. RJ прооперировали. Операция была тяжелая. После операции RJ я забрала домой. Он сейчас находится у меня дома. Мальчику необходимо усиленное питание и лучший уход. А сажать его в вольер сейчас невозможно, это нельзя делать. Я прошу вас отозваться и прошу помощи для больных зверят, для всех, не только для RJ. У нас и инвалиды, и малыши. Ребята, и всем вам необходима ваша поддержка и ваша помощь. Прошу вас, мои хорошие, мне больше не к кому обратиться, только к вам. Друзья, проблема в том, что мы сейчас ускоренно стерилизуем наших животных. Одновременно лечим, падаем на колени перед врачами и умоляем помочь. И клиники идут нам навстречу. Я умоляю вас, мои хорошие, это огромные деньги. И если сейчас, не дай бог, случится беда, нам просто, некуда будет обратиться, понимаете? Ребята, а это жизнь, которую мы должны будем спасти. Мы с вами. Вы простите, что я вот так на вас все это навешиваю, ребята. Вы простите меня, пожалуйста. Но кто, если не мы, ребят? Ну кто, если не мы? Я не знаю, сколько мне осталось. 61 год это много, ребята. Много. Особенно каждый день, когда встречаешь в нервном напряжении, в жуткой усталости. Причем в моральной жуткой усталости, не физической, ребята. Это так давит. Когда ты понимаешь, что ты должен заботиться, что от тебя зависят эти жизни. Ребята, вы простите, что я перекладываю половину забот на вас. Но без вас нам не выжить. Я прошу вас, мои хорошие, отзовитесь, пожалуйста. Вы наша жизнь, понимаете? Вы наша жизнь.